Позвольте привести пример того, как круг друзей-поклонников Татьяны Георгиевны влияет на творчество Татьяны Георгиевны. Как-то в дружеской беседе Елены Золотовой и Татьяны Георгиевны Татьяна Георгиевна показала ноты оперы-оратории Сергея Радонежской. И там есть очень красивая часть соло-тенора с хором. Елена полюбила эту музыку всей душой, очень захотела ее исполнить. Как будто бы прямо для Елены написано. И тут приближается концерт в Доме композиторов. Хор не найден, а орган есть. И тогда появляется предложение. Татьяна Георгиевна, давайте сделаем отдельный опус, отдельное произведение для соло и органа. Итак, рождается музыка. Мировая премьера произошла в прошлом году в Доме композиторов, а сегодня второе исполнение, почти премьера. Татьяна Смирнова, кому возопию, владычице, для голоса и органа, исполняют Елена Золотова, сопрано, Татьяна Калашникова, орган.